Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Зачем? Не знаю. Набухался, исполняешь? Давай посмотрим, что надо человеку. Сразу. Да, тоже нравится, короче, знаешь, как он в уикенда с кем-то, забыл с кем. Напиши мне там. Давай, малыш. Там охуевший такой клип, я забыл с кем там. Такой, ну, типа, девочку. Да, вот первый. Чем мы идем с ним? Здорово. Привет. Сейчас еще чуть подождем. Нет, вы что не спите? Вам что не спится? Сука, завтра на работу, блядь, всем. Или вы распиздяи, вы не работаете? Бля, напиши weekend fit. Не fit weekend. Охуев, что тут надо найти его, братан. Ждем, подождем. Еще. Блин, нет, кто еще? Короче, я тебе скажу, я расскажу, что в Твиттере ты можешь... Во-во-во, вот этот, вот он. Охуевший трек, вообще идея снять такое, но это очень круто. Я понял. Угу. Сейчас пятихатка наберется. Берется, блядь. Дел ты салам. Смотри, клип, я сейчас не. Короче, хочу вам рассказать одну историю, поведать вам свои мысли. В общем, записал для вас альбом, подготовил качественный контент, постарался на славу, чтобы вы не остались разочарованными. Но меня смущают некоторые вещи. Ебаный телевизор, сука, надо потише сделать, он меня бесит. Как его сделать потише? Раздражает эта хуйня. Вот. Вот. По поводу релиза, он выйдет 16 июля. Могу с уверенностью сказать, что такого... Вы не ожидали, это интересная музыка, интересная концепция. Я постарался подойти со всей оригинальностью к этому. Вот. Сделать не просто набор треков, а что-то действительно интересное. По секрету изменил название альбома. Если кто-то уже догадался, может... кто-то, может, уже догадался, может, кто-то видел, не знаю, как он будет называться. Но он будет называться не «8 бессмертных», потому что «8 бессмертных» первоначально это был просто сборник треков. Сейчас альбом будет называться по-другому, вы скоро увидите обложку, на днях выложат новый трек «Bullet». Это трек, который играл в конце клипа «Магнитуда». Вот, этот трек скоро выйдет, там завтра вроде бы уже должен выйти. Вот, вы его услышите. Самый, наверное, взрывной трек на альбоме. Ну, по моему мнению, субъективному. Вот. Насчет того, что мне не нравится, что я хотел сказать. Многие люди
слушатели ставят на нас, как сказать, клеймо, ставят нас в рамки, меня и Андрея. Я понимаю, что вы говноеды, я понимаю, что вам нравится именно та музыка, то амплуа, в котором мы выступали, но я хочу сказать, что ограничиваться в этом нельзя артисту, тем более, если он любит музыку так же, как мы. Мы можем делать совершенно в разных жанрах. И когда мы выпускаем музыку в других жанрах, не в амплуа Сида и Рема, то к этому не стоит относиться так негативно, как вы относитесь, потому что в первую очередь это музыка, которая не стоит на первом месте. Музыка, которую мы вам дарили, делали для вас первоначально, это на первом месте. Сид Икс Рэм. Поэтому, если кто-то думает о том, что мы, блядь, сливаемся, то, что мы там съезжаем, хотим перейти на что-то более мейнстримное, то вы глубоко ошибаетесь. Эта музыка как проект для души, музыка для того, чтобы отвлечься, потому что систематично выпускать что-то грязное, оно не будет, это не имеет смысла, потому что вы просто будете сыты этим. И загонять в рамки артиста – это плохо, потому что артист должен быть развит разносторонне. Разве это плохо? Я вот задаю вам вопрос, ответьте мне, разве это плохо, когда артист умеет делать разную музыку, когда душа лежит к разному течению, к разным стилям. Пусть Андрей пояснит за более серьезную. Вот. Собственно, что я и хотел сказать. В этом нет ничего плохого. Я вас понимаю, я не хочу сказать, что, блядь, типа, вы там пидорасы, вы ничего не понимаете. Типа, нет, я полностью поддерживаю вас в том, что вы давно уже ничего не слышали. Не слышали той музыки, за которую, там, допустим, нас полюбили, или там, допустим, начали фанатеть, слушать, я не знаю. Я не считаю вас фанатами, я считаю вас слушателями, потому что фанаты, блядь, могут быть у футбольной команды, могут быть у какой-нибудь, там, я не знаю, у Мадонны, Майкла Джексона, там. Вы просто слушатели. Вы все мои друзья, потому что музыку я делаю для вас. Просто есть музыка, которую я делаю для себя. И относиться к этому негативно не стоит, потому что это неплохо, я еще раз повторюсь. Поэтому я надеюсь увидеть от вас поддержку хоть какую-то, потому что без вас этого ничего бы не было. Ни проекта Sid X-Ray, ни группы Sex Tape, ни от Nice. Мы видим в этом одушину, и в этом нет ничего плохого. Потому что, ну, многие, да, вот сейчас многие пишут, там, типа, нет, это не так, там, туда-сюда, типа, но большинство, может быть, говноедов, я еще раз повторюсь, хуесосов, пидорасов, отморозков, ублюдков, которые, ну, именно наши слушатели, подписчики нашей группы, они могут так посчитать. Ну, о чем я говорю, типа, они не воспринимают нашу музыку. Вот. У меня есть группа. Я основал эту группу, она называется Sex Tape. Мы с ними делаем достаточно хорошее музло, приятное музло, которое может послушать каждый человек. Не обязательно любитель грязного музла. Вот. Насчет альбома, я уверен, что вас не разочарую. Вы долго его ждали, вы хотели узнать, когда он выйдет. Я вам сказал, что 16 июля мы его отгрузили, уже все, он уже готов. Поэтому скоро увидимся, осенью мы поедем в тур, и поэтому еще раз скажу спасибо вам за поддержку. Если вы поняли, о чем я говорю, то я очень надеюсь на вашу поддержку, поэтому всем спасибо, ребят, спасибо, что послушали, всем всего доброго, не болейте.